В долгосрочной перспективе последнее изменение политической жизни Египта скажется положительно на российском туризме, потому что проиграли исламистские силы, которые поднимали вопрос о том, почему женщины ходят в купальниках на пляжах, почему где-то обслуживаются алкоголем и так далее. По крайней мере, вот этого давления на туристическую отрасль не будет. Но в краткосрочном перспективе, конечно же, как любая политическая нестабильность, это приведет, может быть, к какому-то росту всяких инцидентов, возможно, росту преступности. Поэтому, может быть, стоит воздержаться ехать в Египет этим летом. Но в целом, преступность в целом в арабском мире низкая, и Египет – это зарекомендовавшаяся хорошо туристическая страна, поэтому вот я бы, наверное, даже подумала, не съездили мне действительно в Египет с этим летом.